Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня хочу провести и показать вам обзор продукции фирмы Пластмастер. Изготавливают это в Барнауле. Сайт будет у меня в описании моего канала. В принципе, можете и здесь вот посмотреть. Моделист Барнаул.ру. Ну что, друзья, начнем обзор и кратко пройдусь по продукции, которую мне прислали. Уже все посмотрел, все пощупал, понюхал. Довольно-таки все хорошо сделано, все мне понравилось. Теперь буду пробовать это и испытывать в моделизме, и в своих видео делиться с вами. Ну что, начну вот, например, имитация растительности. Номер один, зеленый светлый. Сделан здесь, друзья, такой мелкий поролон, мелко нарубленный, порезанный, мелко-мелко. Я думаю, когда его уложить на основание диорамы, будет очень хорошо смотреться. Потом вот есть точно такой же, только более темного цвета. Просто зеленый. Тоже как бы имитация растительности. Вот в этом пакете 20 грамм. Ну, думаю, на хорошее основание диорамы довольно достаточно будет. Ну, вот тут как бы имитация осенних листьев. Тоже довольно красиво, натурально. Так вот, если сдали смотреть, то вообще хорошо выглядит. Вот. Фирма Пластмастер. Вот для меня как бы новая. Я раньше только пользовался двумя вещами. Шпатлевкой пользовался и пользовался пигментом. Мне очень понравились. Вот. Так, это обои ковер. Я так понимаю, тут написано набор на самоклейкой бумаги для создания интерьера внутри домов и комнат. То есть, если вы делаете там какой-то домик этими обоями, там можете обклеить, и получится как бы реальное жилище внутри дома. Вот. Так. Теперь начнем со шпатлевки. Шпатлевка номер один. Делается, я так понимаю, для украинских моделистов, для украинских магазинов. Вот. Минимальная усадка, оптимальная вязкость, быстро сохнущая. Предназначена для работ с полистиролом, деревом и металлом. Также вот шпатлевка номер два, эластичная с минимальной усадкой. Делается, я тоже так понимаю, для магазина «Я моделист». Ну, как бы кто с России, те многие знают, что это достаточно, довольно хороший магазин. И вот такую шпатлевку можете найти в этом магазине. Я думаю, цена будет намного дешевле, чем та же Tamiya, и по качеству будет ничем не хуже. Вот шпатлевка номер три, густая, быстро сохнущая. Вот, как видите, делает Пластмастер. Теперь что еще у меня? Клей на липкой основе для фототравления. Данный клей я еще не пользовал, но буду делать модели с фототравлением. Сразу же его проверю, и вы увидите эффекты на видео. Так, теперь баночки с клеем. Вот. Клей модельный «Хобби». Опять же, делается для украинских товарищей моделистов.
делается для фирмы ICM и тоже барнаульской фирмы Plastmaster, моделисты Барнаула. Вот. Также жидкий модельный клей. Я так понимаю, если сравнивать с Аканом или с Томией, это аналог жидко-текучего, хорошо текучего клея. Жидкое стекло. Жидкое стекло можно использовать как для приклеивания прозрачных деталей, то есть стекол к моделям, а также можно этим жидким стеклом делать имитацию в авиации каких-либо иллюминаторов или сделать какую-нибудь маленькую стеклянную деталь с этого жидкого стекла. Вот. Также клей модельный классик, ну, видно, просто клей. Все попробуем, все испытаем. Так, вот эта баночка не подписанная, поэтому пока что не знаю, что в ней, но судя по составу, похоже на нитрошпатлевку. Как тут написано, шпатлевка жидкая, мягкая. То есть легко наносится на модель, размешивается, наносится шпателем, очень быстро высыхает и, возможно, обработка с водой. Теперь маска-скол. Маска-скол применяется тоже как больше для авиации, но можно использовать также и в бронетехнике. Наносится каким-либо маленьким тампончиком или зубочисткой в местах, например, где более вероятно образование сколов. Например, там у самолета на крыльях, там еще где-то наносится, потом покрывается, например, каким-либо цветом камуфляжа на самолет, и аккуратненько зубочисткой снимается, и остаются красивые сколы, то есть на металлической поверхности. Жидкий трафарет. Ну, жидкий трафарет – это те же маски, что мы делаем с потофикса или делаем с монтажного скотча. А это уже как бы жидкая такая консистенция. Вот. Также наносится кисточкой на модель. Можете сами кисточкой нарисовать камуфляж, какой вам нравится. Потом покрываете краской. И через какое-то время после высыхания она легко с ней снимется. Так, теперь у нас тонировка и расшивка. Ну, тонировка, я так понимаю, это как просто, ну, мы привыкли, моделисты, называть это, скорее всего, фильтр темный для моделей, а расшивка – это смывка, которая, ну, так и понятно, расшивка самолетов, расшивка на бронетехнике, заливается в расшивку и получается эффект смывки, тоже смывка черная. Также вот для диорам гравий, камень калиброванный, гравий номер 15, 1,5-2,5 мм. Вот такие вот мелкие камушки наносятся, наверное, на ПВХ, на клей, и делаются. Также вот тоже думал, что в этой коробочке, открыл, здесь также камень, только еще мельче.
Также вот прислали мне еще две банки имитации асфальта. Но они одинаковые. Одну я вскрыл посмотреть. Вот. Ну и сейчас и вам покажу. Имитация асфальта грубая, черная. Вот. Что находится у нас в банке? Не ту баночку взял. Что у нас находится? Находится инструкция. Находится вот такая вот клеющая основа. И сам асфальт. Ну, сам асфальт я не вскрывал, не смотрел. Но в пакете это видно, что и по названию, что это черная какая-то мелкая масса. Основа похожа на клей ПВА. Но может быть что-то более серьезное. И инструкция, в которой написано, как делается данный асфальт. Вот эта баночка предназначена, предполагается, что вы сможете сделать дорожное полотно размером 230 на 150 миллиметров при толщине 4-5 миллиметров. Вот. Поэтому тоже вещь довольно интересная, особенно для людей, кто делает диорамы. Для них, я думаю, это хорошее будет подспорье. Очень быстро делается, не надо ничего придумывать, не надо ничего гадать. Вот. Поэтому советую приобрести и самим все попробовать. Также, вот как вы видели, у меня в посылке рассыпался набор, при помощи которого можно делать смоляные детали, например, выливать колеса. Вот. Кратко покажу, что было в этом наборе. Конечно, жалко, что коробочка безвозвратно утеряна, так же, как и инструкция по производству заготовок для литья смолы. Но на сайте Моделист Барнаул можно найти и посмотреть на эти наборы. И также можно посмотреть на, как изготавливается, то есть скачать инструкцию и почитать эту инструкцию. Что входит в набор? В набор вот входит смола полиэфирная, также силикон для изготовления литьевых форм. Также закрепители и затвердители. Вот, отвердитель для смолы. Пластилин специальный. Делать заготовки, чтобы сделать силиконовую форму. Ну и также вот что рассыпалось. Краситель для силикона. Ой, точнее для смолы. И тальк для силиконовых форм и наполнитель для смолы. Опять же говорю, кому интересно, заходите на сайт Моделист Барнаул и все там увидите. Там есть каталог на 2016 год, там все показано, вся продукция их указана. Также хочу сказать моделистам с Белоруссии, что продаваться данный товар будет в магазине Model Stand. Ссылка будет тоже в описании под видео. Продукция будет не сильно дорогой, конкурентоспособной. Поэтому заходите в магазин, скоро, я думаю, там обновится и будет видна эта продукция. И также вот набор асфальта уже готовый. Кто ленится сам выливать, можно купить уже сразу готовую платформу.
вот такого вот интересного асфальта. Вот, как я показывал, банки. Вот с тех банок можно достичь и сделать вот такой вот асфальт. Ну, говорю, кто ленится, можете заказывать. Будет даже намного проще, быстрее и интересней. Вот так вот, дорогие друзья. Скоро будем вместе с вами делать, смотреть, испытывать и писать отзывы о данной продукции. Ну, я уже доволен, что она у меня есть в наличии. Очень рад. Спасибо Олегу Федотову, что предоставил мне данную продукцию. Вот, большое ему за это спасибо. Все, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите отзывы. Всегда рад ответить, всегда рад помочь и советом, и показать это на видео, что-либо, когда что вас интересует. Всех благ вам и вашим близким, друзья.